Очистка прибрежной полосы и выкорчевывание деревьев. Такие работы ведутся сейчас возле пруда Вагановка в поселке Горняк. В прошлом году это место выиграло в голосовании по благоустройству. И совсем скоро здесь появятся асфальтированные дорожки, лавочки, детские площадки, качели для взрослых, тренажеры и даже модульный туалет. На сегодняшний день произведена очистка пруда где-то на 1/4 часть. Да, к сегодняшнему дню, я думаю, что мы закончим наполовину его очистку. Дальнейшее будет производиться работа по вывозу мусора, который мы достали из пруда. И, соответственно, уже подготовка непосредственно к облагораживанию территории пруда. Какие-то трудности были? Трудности возникают по рельефу местности, но остальное вроде бы решаемый вопрос. Жители поселка Горняк давно мечтали о месте для семейного отдыха и с нетерпением ждут окончания работ. Мы голосовали за это, чтобы облагородить наш пруд. Это важное дело, считаете? Очень важное, конечно. Какое у вас отношение вот к этому месту? Очень хорошее. Будете отдыхать здесь? Конечно, у меня двое внуков. Как же, будем ходить. Знаете, что сейчас работы здесь ведут? Ну да. Хотят сделать нам благоустроить. Как наш... вы к этому относитесь? Ну, очень благоприятно, молодцы. На проект по благоустройству в Вагановке будет затрачено 16 миллионов рублей. Также в этом году будут реализованы и другие проекты, победившие в рейтинговом голосовании. Это сквер возле ДК Башова, сквер в микрорайоне РМЗ и благоустройство в центре города по улице Жданова. В прошлом году город получил финансирование по нацпроекту 42 миллиона, в этом году 56. В первую очередь это заслуга копейчан, которые активно в прошлом году принимали участие в голосовании, выбирали проекты. В том числе вот объект, на котором сейчас находимся, Вагановка, он выиграл голосование в прошлом году. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям Копейского городского округа, также активно, по возможности более активно, чем в прошлом году, принять голосование, определиться с территориями, которыми вы считаете необходимым благоустройство уже в следующем году, чтобы округ, местный бюджет получил финансирование на уровне не ниже, а надеемся, что даже больше, чем в текущем году. За счет этого мы сможем больше объектов благоустроить. По контракту сроки благоустройства в поселке Горняк должны завершиться до 30 августа. Но по заданию главы города объект должен быть сдан до 15 августа, до Дня города.